Мир всем! Я вам скажу слова утешения, дорогие мои. Я нахожусь в Курской коренной. Сам я из Курска. И вспомнил слова, когда мои родители общались на кухне. Ну, я 66-го года. И папа у меня инженер, мама учитель. Я помню, значит, папа рассказывал, как его знакомый, или незнакомый, или знакомый знакомого, не суть важно. Короче говоря, работает он на КамАЗов не было тогда, на ЗИЛе, и он, значит, заливал бетоном источник. В богоборческое время, значит, боролись с православием, боролись с верой, с Богом. И что из этого вышло, мы знаем. Примерно то же самое происходит и сейчас. Потому что еретики, экуменисты, раскольники, иезуиты творят то же самое, только духовно. Те взрывали физически, убивали физически мирян и священство верующие. А эти, давайте вот так стану вам, чтобы ярче было. А эти делают все это исподволь. Так называемое иезуитское лукавство. Так вот, папа рассказывал, что, значит, никто не хотел в этом мостотряде или там в этом тресте. И вот кто раньше участвовал в заливке бетона, тот плохо кончил, или там смерть, или болезнь тяжелая. Я просто факты вам говорю. Я от себя ничего не добавляю. Поэтому они такие отрывистые. И он рассказывал еще, что мне запомнилось, склон глиняный, это сейчас вот здесь как бы лестница и так далее, облагорожено, ливневки, а раньше этого не было, была лестница деревянная, потом которую там сгрызли, ломали и запрещали сюда подъезжать, и, значит, эти вот грузовики буксовали, спускались, а некоторые переворачивались, вот это я запомнил. Вот. И как, делая резюме, могу вам сказать о том, что это неблагодарное дело бороться с Богом и с православием на Руси. И с православными христианами, по большому счету, тоже неблагодарное. Потому что ты можешь убить одного, двух, 10 миллионов. Даже 50. А все равно останутся люди, потому что мы этой земли, соль, да, хотите сказать соль, наверное, можно и так сказать, соль, но мы суть этой земли, русские люди. Вот у меня мама русская, папа, и все, кто считает себя русским, любой национальности. Любой национальности, кто любит эту землю, кто любит эти традиции, кто любит этих людей коренных, какие бы они ни были, но они добрые, они находчивые, они долготерпящие, они, в принципе, любящие ближнего. По большому счету, вот в глубинке именно так. Я с удовольствием наблюдаю, когда на улице, я даже хочу посидеть на остановке, у меня такое желание есть, посмотреть на людей, как они вот мои земляки. Вот. Поэтому я очень рад, что я приехал к себе на родину. Вы тоже не забывайте свои корни. Так что бороться с верой — бесполезное дело. Она победит. И Троица Святая победит. И Дух Русский на Руси победит. Поэтому цель этого ролика — вас утешить. Да, тяжелые времена, да, грустные, да, геноцид, все так. Но это же не впервой. Это все уже было. И мы, тем не менее, с вами говорим на русском языке. И русский генофонд, русские корни, русскую суть Господь продолжает поддерживать на этой земле. Несмотря на оккупацию, несмотря на гнет, несмотря ни на что.
Поэтому будем жить. Господь управит. Главное, нам с вами не оскотиниться. Ваш Евгений Лопатин.